Привет всем, друзья, с огромным удовольствием приглашаем вас в Высотаун на стадион Калифа, где сборная Беларуси начинает свою серию международных товарищеских матчей. Сам Ху, сегодня... он же капитан сборной Индии, один из самых опытных футболистов. Сидько, довольно неплохой удар, но здесь все контролирует. Голкипер сборной Индии. Анируда, еще один заброс. Да, здесь может получиться момент у сборной Индии. Волков, очень здорово. Очень здорово здесь действует. Эбонг, хороший заброс, вот момент, но да, здесь не сумел мяч укротить толком Шевченко. Отличиться, плюс... да и в принципе, даже если удастся отличиться, я думаю, что будет довольно много изменений после перерыва. Еще один заброс на 11-метровой отметке, Климович, вот такой удар. И вот есть момент, Эбонг. Вот такая обрезка, Климович, и еще одна попытка. Я так понимаю, что свалился мяч с ноги у 21 номера спорта. Опять же, не лучшая передача от Романа Юзупчука. И вот такой длинный заброс, может получиться момент здесь у сборной Индии. Это, кстати, Манвир на всех парах мчится к воротам Хаткевича. Но очень хороший голкипер сборной Романа Бегунова, поэтому сейчас не удается проверить. Гурприта Синха, но тем не менее подбор за белорусами, поэтому атака вторым темпом строится от команды Кондратьева. Сидько, неплохое смещение к лицевой линии. Вот такой прострел. Слова, вернее, в перерыве, и все-таки немного другую сборную Беларуси мы увидели. Все-таки уровень Беларуси повыше. Эбонг, Климович, Шевченко, ну и вот момент. Вот такой удар, скорее, Жени. Георгия Кондратьева, Швецов, Подстрелов, Нечаев, Ходоркевич. Два голкипера. Будем надеяться, что помощь Степанова и Плотникова сегодня не понадобится. Ну и Громыко. И вот здесь видим, сборная Беларуси выходит вперед. Открывает счет команда Георгия Кондратьева в атаке. Поэтому посмотрим. Эбонг. Эбонг. Здесь Соловей совершенно один. Эбонг. Есть варианты. Хорошая передача. Бессмертный Соловей. 0-2. 0-2, сборная Беларуси увеличивает свое преимущество в матче. Вот опять эти замены. С передачи Писи. Самое главное, что два забили. Самое главное, что обыграли сборную Индии. Вопрос к содержанию не будет всегда. Вот еще один момент. Громыко. 0-3. 0-3 забивает сборная Беларуси. Такая жирная точка сейчас от Валерия Громыко. Все замены Георгия Кондратьева. Бессмертный Гурприт Синх. Очень сильно... Яблонский, ну вот теперь точно звучит финальный свисток, который фиксирует итоговую финальную победу. Сборная Беларуси обыгрывает наша команда сборную Индии. Три мяча сумели отправить в сетку ворот Гурприта Синха, Быков, Соловей и Громыко. Вот, в принципе.